приготовлю безалкогольный мохито. Для этого мне понадобится спрайт, 1 лайм, сахар и мята. Лайм мы нарезаем кусочками, сразу же отрезаем 2 кружочка, они у нас пойдут на украшение. Оставшийся лайм мы нарезаем на произвольные кусочки. Перекладываем в чашки и добавляем листики мяты. Мяту мы добавляем по своему вкусу. Добавляем по 1 чайной ложке сахара и размять хорошо ложечкой для того, чтобы лайм пустил сок и у нас сахар полностью растворился. Добавляем кусочки льда. Нашими кусочками лайма. Мохито готов. Он получается очень вкусный и освежающий. Ну а если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте пальчик вверх. Пишите мне комментарии. Также подписывайтесь на мой канал «Готовим вместе». И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А на канале у меня есть и другие виды напитков. Если вам интересно, переходите, смотрите. Все ссылочки будут на экране и под видео. А вам я желаю приятного аппетита и до новых встреч!